Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Влад Бахов. Канал родителей создан. Влад Бахов – чистая правда. Друзья, дядя Влада Бахова создал свой канал. Ссылку на канал я оставлю в описании под видео. Все желающие могут перейти и подписаться. Лично я очень рад, что этот канал создан. В YouTube сейчас очень много блогеров, просто спекулирующих на данной проблеме. А вместе с этим и выдумывающих неправдоподобные версии. Одной из причин, которая сподвигла семью Влада Бахова на создание канала, было именно это. Об этом в одном из своих видео заявил дядя Влада. На канале уже есть небольшое количество роликов. В основном это ролики о том, как проходили поиски. Ролики, где Влад маленький. Лично мне все это было очень тяжело смотреть. Также дядя сообщил, что в видео будет размышлять о каких-либо непонятных моментах, которые возникли или возникают в процессе. Делать это он будет для того, чтобы подключить зрителей. Как говорится, одна голова хорошо, а 5000 лучше. Считаю, что канал этот нужно было создать раньше. Но понимаю, в каком состоянии находились родственники, осознаю, что им было явно не до этого. Очень радуюсь, что появился источник действительно правдивой, достоверной информации. Плюс к этому появилась возможность задать вопрос людям, в случае недопонимания, которые владеют информацией, а не догадываются. Спасибо за внимание. Если не трудно, палец вверх или вниз и подписка.